Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы играем за Альфа. Кидаемся бомбами. Проходим 9-й челлендж, если я не ошибаюсь. Получил урон, глупо. Ну как всегда. В самом начале это не страшно. У нас есть брелок, поэтому мы с удовольствием разбиваем все эти кучи. Мы собираем деньги, с которые сыпятся из них. Не знаю, зачем нам, в принципе, могут понадобиться бомбы свои, как бы, но, может быть, для чего-нибудь они понадобятся. Будем их собирать, раз они падают, почему бы и нет. Интересный вид атаки. А неприятно. Ну, для первого уровня не страшно. А что такое вид Айзека в цилиндре в монокле? Довольно-таки интересен. Прикольно он выглядит. Много урона я получаю. Ну да, много. А какая разница? Я же могу позволить себе его получить. Отдам на босса, потом заберем 2 70. Некоторые боссы с такой видом, с таким видом атаки для меня будут очень сложными. Но я пока что об этом не думаю. Первый босс был легкий. Это хорошо. Дали нам брелок. Брелок. Ой, брелок. Клубок. Брелок. Конечно же, клубок. Как секретки нигде не находятся. Странно. Немножко. Ну и ладно. Не находитесь, ну и фиг с вами. Я, конечно, наверное, нужно было бы им пытаться их найти, но... скучно. Тратить время на секретки. Представляете, там было бы классная вещь. Вполне возможно было бы. Берем ключик, нам пригодится ключик. Интересная форма атаки, конечно. А, ну не форма, а то есть вид атаки. У нас бывало, когда мы брали что-то подобное, если я не ошибаюсь. Часы 15 золотых монет стоят. Денег нет купить, к сожалению. Потратил на прошлом уровне целых 8 монет. Ну теперь часы не на что покупать. Ну хотя эти часы сейчас понерфлены, только они останавливают время только при уроне, поэтому замедляют.
это вот не такая имба, которая была. Зайдем в секретку, которую мы наконец-таки нашли. У нас ключи. И более ничего полезного. Вот такой вот проходик. А там может быть артефактик. Честно говоря, зачем я его брал, не очень знаю. Ну ладно. Потерял пол хп синего. Очень досадно. Bombs of pain. Ну да. Сделать больше ключей, они сейчас более полезны, чем иметь бомбы. Вид тех мобов, которые не очень удобно убивать тем оружием, которое у меня сейчас есть, хотя убивать их, естественно, можно, нужно, и мы это делать будем. Босс. Босс легкий. Убивать его нужно вообще любым видом слез и не слез. Без потерь. Надеюсь, у нас это получится. Получилось как бы. Я возьму регенерейшн, хпейшн. И, пожалуй, возьму оба. Оба пята. Да. Да ладно, давайте зайдем. Понял. Зашли мы зря, бывает. Честно говоря, пета вот, который серия стреляет, можно было, наверное, и не брать, потому что ну, его сложно использовать с такой атакой, которая у меня сейчас есть. Крайне сложно. Сами прекрасно понимаете. И вот этим сливом красных сердец, честно говоря, я могу вполне не пройти из-за этого. Легко. Сердец мало, скилла мало. Почему я думал, что он остановится стрелять? Глупость. Глупость. С какого будуна он должен был типа остановиться и не стрелять далее? Ну да. Видимо, этот челлендж нам не покорится с первой попытки. Ну, честно говоря, я не буду особо переживать, если даже это так произойдет. Сам. Не знаю, можно оставить, но потом. Это, наверное, я зря взял, действительно. Ну, в шипастую, может быть, зря зашел. Это вот этого второго пета взял зря. Который серый бьет, он у нас, в принципе, не бьет ничего. Сюда, может быть, мы тоже зря зашли. Вполне возможно. Как-то не очень получается атаковать. Гумака.
Нормально. Нормалек. Взяли голову Гапи, одну вещь с Гапи сета, плюс взяли демокап. Правда, я до сих пор не очень уверен, что я понимаю, правильно понимаю, как он работает с бомбами. Надеюсь, что просто как обычно с летами бомбы становятся сильнее. Ряд не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Можно было батарейку не покупать, можно было покупать, я решил купить. В принципе, вот единственная причина, почему я купил. Ну, вот так вот. Босс неприятный. Когда он начнет прыгать, он начнет прыгать резко, быстро и ужасно. Оставляя за собой лужи крови. Это будет неприятно. Ну, справились. Shot speed, damage up, damage up. Крутая вещь. Идем дальше. Третий уровень прошли более-менее хорошо. Вот, секретку я решил не заходить там. Думаю, что это правильно. Ой, секретку шипастую. А секретки мы не нашли. Как всегда. Не особо искали. Как я туда проскочил, я не знаю, но я проскочил. Обычно этот не нужен. А, ну хотя просто дверь, да, взрывается, мы проходим. Неприятная комната, опять же. Ладно, оставим бомбу, чтобы завал сделать. Ключ от всех дверей, от всех замков на этом уровне мы получили. Круто. Наверное. Ключ, еще несколько монет. Ну, можно зайти в магазин. Не можно, а нужно зайти в магазин, как бы, да? И уже в этом магазине приобрести товар. Деньги вроде есть. Камней меченых я не замечаю, но они, может быть, и есть. Потому что я нубас, вы прекрасно знаете. Могу их просто не видеть. Так, подождите, а мы... Я немножко как бы не понял, как бы чуть-чуть. А, это не магазин был, правильно, что я тут... Скорость бы еще бы чуть-чуть где-нибудь поднять нам. Передвижение. В идеале полет. Быстрый полет. Ну это в идеале.
Понятно. Ну, какой нафиг мне магазинчик у нас тут будет? Ладно. Куча денег, толку мало. По крайней мере, пока нам тратить просто некуда. А это плохо, потому что хотелось бы, конечно, купить себе синие хп хотя бы. Вот, не купили, нам их просто дали. Это хорошо, конечно. Ну как-то с двумя жизнями бегаю, знаете. Нафиг, не хочу. Просто не хочу. Он постоянно вот выкопался под меня, но это же нечестно абсолютно, он просто выкапывается под меня. Рейншап, я хочу кошку. Берем вот это. Я думаю, это правильный выбор. Единственное, книгу взять. Взять книгу. Какая комната-то, а? Какая была неприятная комната, ужас. Секретку. Круто. Ну, куча огромная монет. Нам бы еще это какого. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, не страшная комната, но когда у вас есть скорость. Я без скорости, ну как без скорости, я со скоростью, но для меня эта скорость очень маленькая. Не получилось сделать, что хотелось бы. Да пошло оно нафиг, ну чё я туда пойду? Последнюю, не знаю, там долю секунды я успел назад убежать. Нет, хорошо. Тихо. Синенькое сердце. То, что нам просто нужно. Не хочу его даже убивать, честно говоря. Да ладно. Хотя, нет, надо было 3 комнаты, да, заряжать, а потом уже это юзать. Ошибся. Ошибка явная. Как-то я не... Глупо ошибся. Круто. Это хорошо. Берем это. Да, берем все просто. Health up.
пригодится, если у нас будет сделка. Ай, я не заметил его. Ну, как бывает, глупо, да? Тупо его не заметил. Желтый шприц брать нельзя. Идем дальше. Нормально. Если заходить шипастую, ну я даже не знаю. Можно, наверное. Зимон. Интересная, конечно, ситуация сейчас у нас. Фит просто не хочет атаковать синий. Потому что он атакует после того, как я только нажимаю атаку, но это естественно. Таблетка пускай будет у нас пока что. Куча сердец, все хорошо. Таблетку мы не юзали, заходим сюда, открываем эту штуку, берем пенитекс, который никак, естественно, не влияет на мою атаку. Ай, слишком много спамит, там босс какой-то жесткий. Обычно не такой жесткий, мне кажется. Прям какой-то зверь был, согласитесь. Там звереныш вообще. Ну, второй был обычный, никакой не зверь. Я скажу, что такой вид атаки слишком прям сложен для меня, да, сейчас вот. Но, блин, стараться приходится. Стараться реально приходится. То есть без всяких этих. Я поэтому даже меньше говорю. Какого?
такая, вы такая хорошая курица. Ух. Ам, 20% босса меньше. Пока что не буду. Он их не глотает, он же любит глотать бомбы. Он так гад не глотает. Ой, ешь такое. Понятно все. Так лучше, наверное, все-таки в любом случае. Эх. Сложно. А видите, насколько для меня это сложно. Некоторые комнаты для меня очень сложно спрятать. Очень сложно. Ай, ешки, боженька. Честно говоря, не понял, что меня конкретно ударило. Ну что-то ударило, не стоит. А, понятно, рука бьет. Слишком близко я подхожу. Дверям вот это вот не нужно. Надо вообще добить этого гада. Да, сделка есть, это очень хорошо. Смысле? Смысле его брать? Я не вижу смысле его брать. Жизни мало. Два уровня пройти нужно. Как, честно говоря, с этой атакой сердца убивать вообще непонятно. Вот, честно, для меня вообще это непонятно, по крайней мере, пока что. Каким макаром убивать сердце? Пап, пофикси. Не получилось ни клубочек поставить, ничего. Какую бы. Получили синие, потеряли синие. Ну вас это нафиг. Синее сердце, это, конечно, очень хорошо. Я думал, что я смогу пробежать мимо их. Мало того, что думал, я был уверен, что я смогу пробежать мимо. Они двигаются, они просто двигаются. Читерские, читерские движения. Шучу, конечно. Они должны двигаться. Ну как кидать эту бомбу? Сложный челлендж для меня. Для многих, для вас будет он не сложный, нифига, это я понимаю, вы же все профи, профессионалы. Таких мубасов, как я, он сложный. Не хочу. Хотела я рисковать.
еще одну комнату пройти, чтобы до... заговорился, бывает. Нужно еще одну комнату до босса пройти, чтобы это перезарядилась книга. Соответственно, и мы могли еще одну жизнь получить. Сложно, сложно будет его убить. Бесспорно сложно. Будем пробовать. Любого босса сюда сейчас не было. Ой-ой-ой. Ну это ладно, это может быть не свет сложный босс все-таки, хотя он неприятный. Но я же отскочил, ну что это за фигня? Я же уже отошел с этого места, все равно меня долбануло. Вообще бред какой. Почему должен был появиться именно тут? Понятно. Health up. Ну, я скорее всего не пройду челлендж. Хотя, честно говоря, мне даже вот после этого босса, где он, ну, когда он начал просто появляться там подо мной, руки стали бить непонятно там как, когда я уже отскочил с этого места. Я даже, если бы я не записывал, я просто, наверное, сейчас выключил бы эту игру, да и все. Ну, потому что, ну, а смысл? Я не видел, что меня ударил. Ну, что-то ударил, ладно, не важно абсолютно. Я не пройду и... Да пофиг. То, что я не пройду, я в принципе и так знал. Это очевидно. Знаете, он выкапывается подо мной постоянно. Давайте я буду закапываться, выкапываться под кем-то, и мне еще урон за это не будут давать. В общем, нормально. Живучий, гадина. Опять подо мной выкопается. Ну это естественно. Да ладно, мы даже ее убить смогли, представляете? Какие чудеса, какие чудеса. Поспи. Что нам даст эта кроватка? Сейчас посмотрим. Кроватка нам просто дала восстановление красных ХП. Классная таблетка, согласитесь, великолепная таблетка. Давайте еще ключики поскармливаем. Чего в принципе хочу увидеть, блин, в сундуке красном? Да ничего хорошего там не будет, один фиг. Взрывать все это вообще будет. Если уж на то пошло. Взрывать, да и все. Кровать можно взорвать, но, видимо, нет, да? Ну нет и нет, фиг с ним. Сердце в любом случае мы не убьем, поэтому...
как-то так. Ладно. Еще попасть надо каким-то макаром, блин. Попали. Да, все было нормально на самом деле. Один, два босса взбесило просто. Взбесили босса и минус моралька пошла. Хотя, честно говоря, действительно, я не знаю, как мы будем пытаться даже убивать сердце, теоретически. То есть это будет сделать крайне сложно. Что-то живо. Выпала карта. Да. Ну, в принципе, карта неплохая. Сначала убить сердца, а потом уже справляться с Азиком. Range up. Надо было тут карту юзать. О, вы серьезно, товарищи? Ну что, идем мы с пятачком. Фиг понятно все. Не, я не представляю, как буду убивать сердце. А я его не убиваю, честно говоря. Мы его не сможем убить. Очевидно уже. Слишком далеко бомбы летают, а раньше нам было не нужно брать абсолютно. Медленно. Мог убить, конечно, чуть-чуть. Не хватило. Ну, честно говоря, я даже не расстроился.
Потому что... Какая разница? Не прошли сейчас, пройдем потом. Спасибо, всем пока.